Участники Армавир. Зураб Церетели заехал в центр Армавира и сошел с ума. И дело даже не в архитектуре. Просто пришло время. Армавир, соучастники. Вчера московская милиция задержала крупную партию контрафактных дисков с порнографией. Все диски уничтожены, все-все, честно, ага. Комбайнеры Алексеевского района Кубани никак не могут убрать урожай. О принудительном кодировании речь пока не идет, но что-то надо делать. На самом деле Елена Беркова – агент грузинских спецслужб. Видите, как тяжела судьба обычного грузинского разведчика? Участники Армавир. Если на выборах президента США победит Хиллари Клинтон, то супруг Моники Левинский уже точно знает, чем он будет зарабатывать в ближайшее время. Старинный спортивный обряд. Голые гимнасты и гимнастки кувыркаются на брусьях. И смех, и грех, и спорт. Немного о сельском хозяйстве. Армавирские агрономы заметили странную закономерность. После дождя трава растет быстрее. И наоборот, трава растет быстрее после дождя. И напоследок, москвичи, если вы решили провести отпуск на курортах Краснодарского края, заезжайте на денек-другой в Армавир. Вам у нас понравится. Вас ожидает бесплатная гостиница с 4-разовым питанием, смейтесь. Источник с минеральной водой, смейтесь, а то мы вылетим. И живописные кубанские леса, смейтесь, вы что, издеваетесь? Мы ждем вас.